От обыкновенной лучины до современных технологий. В школах региона сегодня впервые прошел урок света. Цель – привлечение внимания школьников к важности света и световых технологий для качества жизни. Ребятам рассказали, с чего все начиналось. Опыты проводили прямо в классе. Помимо прочего, восьмиклассники узнали, какие виды ламп самые экономичные в плане потребления энергии. В первой школе свой доклад аудитории представила группа юношей, которые уже несколько месяцев изучают световые технологии. Нам хотелось бы довести до людей ту историю, ту информацию, которую мы узнали, и передать, может, они передать другим людям. Экономили свет, рассчитывали, как расходуется свет, знали о том, как производится свет, что имеется у нас там, лампочки или что-то другое. Подобные уроки сегодня прошли во всех школах России. Эта идея пришла после того, как Генассамблея ООН объявила 2015 Международным годом света и световых технологий.